Так, шукаю батьківську хату. Не був тут вже декілька років. Ноября, мы в 50 километрах от Херсона, буквально на днях его деоккупировали, так, блокпост я убираю камеру, потому что здесь блокпостик. Не без пригод дісталися ми Миколаєва, але зустрілися з Титановим Джексоном, який підхопив нас. І ми зараз рушили невеличкою колоною міста Херсон, щойно звільнений від окупантів, щоб дістати звідти мого батька. Це так. Як по Україні. Як настроєння? Заєбісь. Настроєння лучше всіх. Ось така красота. Гарна наша ненька. Нікому її не віддамо. Хороші ребята з вищим образованням, з дохуя какими-то, блядь, планами по своїй житті. І вони от займаються от цією хуйнею. Ви так, конечно, інтересно. Льова розказує про Титанового Джексона, який витащив сьогодні наші жопи із одеського РОВД. А жопи наші там оказались, тому що ми заїхали в комендантський час. Со стволом. Вот, так не надо делать вообще-то. С чужим стволом. Люди, которые нас встречают в селах, машут руками. И это очень трогательно. Да, очень. И когда мы, впервые нам маленькая девочка на велосипеде помахала рукой. Да, и мы просто заревели, как сучки. Херсон, брат. Там контролируешь, куда ехать, да? Адрес, а сначала, по-моему, ребят, да? Сначала этого ребят. Сейчас слева будет издательство на Днепрянская правда. Все, родные места, бать? Ну да. Я не представляю, что ты чувствуешь. Вон девочка идет. Все машут. Моргают фарами, сигналят, машут. Россия здесь навсегда. Корову пасутся будет. Это нормально, это всегда. А, да, сейчас он. Ладно, я шучу, нет, это, блядь, странная хуйня. Ну как, нравится тебе Херсон? Красавец, смотри какой. Да.
Можно? Можно. Боже, как мы вас ждали. Ну, а вас? Да я тут. Фотографирую. Камерамен. Ой, спасибо вам большое. Ой, как мы вас ждали. Да. Мы знаем вас. Но вчера не поверила, честно. Пока не увидела. Ми теж не повірили, коли ми заїхали. Ми вчора, коли приїхали, це самі перші заїжджали в місто. Ми взагалі не збиралися в Херсон заїжджати. Ми збиралися заїхати в Чорнобаївку. Але ми наскільки, коротше, воодушевилися в Чорнобаївку, що ми просто по прямій погнали в Херсон. Погнали, так. Спасибо вам большое. А я тільки в обід отак послухав. Девочка говорит, что наши вроде бы зашли в Чернобаевку, а потом на балкон что-то вышло через пару часов. Слышу, женщина бежит и кричит. Да. А пацаны тормоза в Чернобаевке отказали, и они заезжали в город, Беха X5 впереди и два баги. И все. По непроверенной дороге просто. Мы на да, мы просто ну, тут сотню набрали, и то на всех парах летели в центр города. І цілився у верхушку телевежі, ага. Для того, щоб вона прилетіла на 5-200. Знаєш, як бить обід на ногу, коли ти стріляєш і, блядь, промазуєш на 30, сука, сантиметрів, блядь. О, блядь, їбать. Буде, да, вони їдуть сюди, їдуть і поліція, і електрики. Пока це неізвісно. Ну, казали, до кінця наступної неділі все буде. Ну, вони просто вишку підірвали, зв'язок сказали, полагодяться на перше. Слухайте, а без вишки? Как может работать телевизор? Ну, попросила. Все, фоткайся же. Можно сфоткать? Сегодня твой день славы. Да, сегодня твой день славы. Фоткайся. Где-то. Я ногу сьера разорвал. Так что, это уже на совсем? Мама, надеюсь, что на совсем. Ребят, вы на совсем? На совсем, на совсем. Ну вот. Ти немає, світа немає, холодильник розмерзли. Ой, я ізвиняюсь за свій вид, бо ми в зеркало не дивимося, світ. Пашайте, Мальте, ну, поріжте, будь ласка, сина. А, добре. Ви бачите, що мене руки трусяться? У нас завдання головне знайти батька. Ми сподіваємося, що він вдома. І сподіваюся, що ми там зможемо туди дістатися. Відкривайте свої. Мальчики, родненькі. Боже. Боже. А папа дома, не знаєте? Мой папа. Бо, да. Був дома, був і Оля, були. Боже, сонечка. Конец. Боже, нахуй тебя. Ой. Боже, мой ваш, да. Вообще-то они куда-то собирались. Блин. Оля, я так, ну, у нас же через стенку слышно. Шутовой, оба, одевайся. Ну, это где-то часа два назад было. У нас же ни света, ни воды, может, пошли по воду. Боже, сонечки. Ой, Вова с ума сойдет. Ой, хлопчики. Ой, ужас. Проходите, может, пройдете, подождете. Да я ж думаю, может, он не перелезет, не открывает, потому что думает, что это не я. Нет, это я же уже сказала, Надя, Оля, мы тут звуки уже такие, перестуки. Ой, а как вас зовут? Я Женя. Женя, Надя. Очень приятно. Боже, клуб. Да, я представляю. Ребята, вы не можете себе представить, сколько мы тут пережили всего, вот этих мразей, которые тут лазят еще. Ой, вы даже себе представить не можете. Ой. А где, может быть, интересно, куда мог идти? Вы не думаете, если... Вы знаете, скорее всего, по воду. И куда? По воду? Да. Да, по воду, может быть, к церкви. Это рядышком, да, тут? Да, это недалеко. Сейчас я одеваюсь. Давай. Сейчас, секунду. Все, я быстро. Это вы наши? Наш. Наш. Оля, Вова, Оля, Диш. Thank you.
Оля, Вова, Оля, Вова. Жень, ну тебя же увидел бы уже папа. Ага. Может, не сюда. А кричите вслух. Рита! За Украину! Героям слава! Это ведет за съемка. Значит, он здесь, папа. Вот ваша комната. Не во что лезть. Так, все там. Больше. Жек. Документы. Жек. И нам как бы шутки шутками. Но мы типа здесь внизу во дворе. Мы, блядь, никуда больше не ходим. Понятно, да. Потому что это будет не Одесса, нахуй. И мы тут заебемся без связи объяснять, что мы друзья Титана. Вот Джексона, блядь. Да. Здесь могут и завалить. Понимаю. Мы искупались в Херсоне в народной любви, притворялись солдатами, настоящими. Люди прыгали к нам в объятия, но тук-тук. Но мы не застали отца и остановились. Нет, это вы все в часть фильма. У Надежды. И Сергея. У Надежды и Сергея, у соседей, вот. И ждем отца. Ну, как бы у нас сейчас щекотливое положение, потому что мы не можем передвигаться по городу. Сейчас фильтрационные мероприятия в городе, соответственно, как бы лучше вообще лишний раз не казать носу из квартиры. Вот, соответственно, ждем отца и завтра попытаемся выехать отсюда. Все это не просто организовать, потому что в городе по-прежнему нет связи. Вот, поэтому приключения наши продолжаются. Веду видеодневник. Правильно. Здесь все правда. Ребята, какое варенье открывать? Клубничное и яблочное? Клубничное. Есть. Оно как мармеладки у меня. Здесь все утра будет машина, Жека.